Праздник полностью был посвящен жизни и сказкам Андерсена, поэтому ребят ждала насыщенная, познавательная и развлекательная программа. Организаторы рассказали школьникам о жизни знаменитого датского писателя. Дети узнали, где родился Ганс Кристиан Андерсен, как прошло его детство и юношество. Узнали они и об интересных увлечениях сказочника, о которых не знали раньше. Сад будет придумывать пьесы, делать декорации из бумаги и разыгрывать представления. На мероприятии школьники смогли не только узнать много нового и интересного, но и посмотреть фрагменты любимых мультфильмов. Добрые и искренние мультфильмы по сказкам Андерсена всегда со счастливым концом и победой добра над злом. Ребята видели и раньше. Но мало кто знал, что любимая многими сказка про гадкого утенка написана писателем о себе. Познавательная викторина, которую провели детям, показала хороший уровень их знаний. Все школьники отвечали на вопросы правильно, так как сами прочитали немало сказок писателя. «Русалочка» мне нравится больше всего, а потому что там сюжет мне рассказывал дедушка еще в 4 года, и до сих пор ее помню. Там мне очень сильно понравился сюжет, когда бедная девушка отчаялась, потому что там ее суженый не согласился на ней жениться, он был очарован другой, и она бросилась просто в море, и по соглашению ведьмы она просто стала пеной. Участники сказочного праздника мероприятием остались довольны. Мне понравилось, потому что это мероприятие было поучительное и нам много чего рассказали. И по доброй традиции совместное фото на память с праздника детской книги завершило увлекательную экскурсию в сказочный мир Ганса Кристиана Андерсена. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.